Друзьяшки, всем привет, с вами снова Капанда, и продолжаем играть в Roblox на Плейсе. Дина Тайкун, это вторая серия, смотрите, это мой дружбан, его зовут Т-Рекс, где он? Вот он, Т-Рекс, прикольный чувачок. Так, в общем, это вторая серия, я построил здесь 5 загонов с динозаврами, Т-Рекса, здесь у нас морское чудище, кстати, тоже деньги соберем у него, 2800 птеродактиль мой, вон он там, тусит, летающий, 4000 птеродактиль принес, огонь, это у нас тут трехрогий, как его зовут, Трицераптус, и такой шипастый друг мой, Стегозавр. Еще там есть у нас рыбак. И есть у нас удочка, можно порыбачить. Но мы накопили 22 тысячи, ёлы-палы, круто. Давайте построим какого-нибудь нового динозавра. Нажимаем шоп. Вот он у нас. Это кто у нас? Велосираптор. Отлично. Покупаем велосираптора. О, их куча мелких. Куда поставим? Вот сюда, в краешку. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Давай, 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 давай. Блин, и вот так, вот так, вот так, вот так, в уголок куда-нибудь, чтобы никто не уволок. Опа-на, вот они, красавчики наши. Ну-ка, давайте залезем, глянем. Ай, он там один пока, что ли. Ой, какой милашка, какой милашечка, смотрите, какой клевенький. Во, да он миленький там, миленький, но у него там зубы, наверное, во. Фу, слюни аж на меня капают. Здоровенный динозавр, какой здоровенный, офигенный, офигенный. Он такой маленький по сравнению с вон тем динозавром. Этот здоровяк, этот мелкий, да? Кстати, почему-то он здесь один. А, вот, Upgrade Family. За 16 тысяч туда можно ему, наверное, братишку будет посадить. Ну-ка, давайте попробуем на каком дешевом. Тут стоит его апгрейдить 16 тысяч. Нашего птеродактиля 6 тысяч апгрейдить. Морское чудище наше 4. Ну понятно, самый дешевый у нас будет вот этот, тиранозавра. Давайте попробуем 3300. За 3300 апгрейживаем его. Да у него братюня появился. Здорово, чуваки. Прикольно. Один и второй. Это брат с сестрой или два братана, интересно, а? Эй, друзья, вы мне скажете, вы брат с сестрой или нет? Нет, это два братана, смотрите. Вау, ну они такие прикольные, капец. Можно было бы на них погонять. Было бы так прикольно. Было бы прикольно на них кататься. Так, о, нам кто-то деньги принес. О, еще один братюня принес деньги. 1100. Ништяк. Ну-ка, давайте глянем, сколько будет стоить у нас следующий динозавр. Следующий динозавр стоит 25 тысяч. Ёлы-палы, у меня столько денег нету. Но у меня 10 тысяч, а мне нужно еще 15. Пошлите порыбачим. Может, мы сейчас 25 тысяч прям сразу хоп и вытянем, да? О, блин, хорошо посветлело. Тут что-то в той серии было темно-темно. Вот у нас есть офигенская удочка. Закидываем ее. Хлобысь. А, типа самое далеко. Может, тут еще можно какую-то удочку потом будет взять? Прикольно. Сначала будем с такой удочкой рыбачить. Потом еще надо будет нам этот наш остров расширить, то есть очистить вот эти всякие хлам. Вырубить деревья, вычистить кусты и перекидать вот эти всякие наши камни. Камни. О, у меня же, наверное, уйдет. Опа. Я вытащил 2 яйца. Было 50, стало 2. Я не знаю, зачем они нужны. А, на них что-то покупать, кстати, можно. Надо будет что-нибудь купить на эти яйца. На эти яйца мы сможем купить какие-нибудь... Ну, декорации, наверное, там и так далее. Надо будет, кстати, сейчас глянуть. Давайте еще разок порыбачим. Где у нас там этот поплавок? Вот он. Вот. Где у нас там рыбка? Рыбка, подплывай, ты где? Рыбешка. Рыбешка, где там карась? О, клюет. Есть. О, 300. 300 монет выловили. Ладно, пошлите. О, у нас деньги принесли. Наш зоопарк приносит деньги. Это же зоопарк, да, у нас? Так, 1000. Два братюни. Они на два раза больше. Наверное, люди в два раза больше смотрят, поэтому они в два раза больше приносят. Так, птеродактиль наш принес. Оп. Не могу. А что я не могу собрать? А, нет, все нормально. Уже думал, не могу собрать. Может, думаю, кончились деньги. Так, а что-нибудь еще можно, кроме этой удочки? Какую-нибудь клевую удочку. Этот принес. И вот этот принес. А этот еще не принес. Но мы можем вот так нажать. Коллект. Оп. До зарплаты не дожидаясь. И 21 тысяча. Мне осталось 4 тысячи. Надо еще раз порыбачить.
и дождаться еще зарплаты, и будет все окей, думаю. Оп, 600, собрали. Так, ну что, удочка, где моя супер удочка? Я хочу накопить на того супер динозавра. Оп. Так, туда слишком далеко. Вот туда поближе, еще поближе. Давай, о. Давай, клюйся, надо подкормить рыбку. Где моя наживка? Наживка, наживка, наживка. Вот они, всякие червяки, хлеб, там мушки, всякие гусеницы. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, сюда не накидали. Рыбка учуяла все и приплыла. Давай, приплыла, рыба. Рыба, о, ты где? Рыбешка, гупешка, давай вылазь быстрее. На крючок хватайся. Опа, вот она. Иху, е! Все, огонь. Все, побежали зарплату собирать. О, у нас 22 тысячи осталось. 3 тысячи докопить. 800 готово. И вот еще готово. Осталось полторушечку. Давайте, короче, друзья, я вот все соберу. Здесь собрать. И вот здесь собрать. Все, 25 тысяч. Ништяк. Ништяк, ништячок, ништячок, ништячок. Ставим, ставим динозавра за 25 косаричков. Еее. Вот он. А, я помню такой динозавр. Ой, мамочка, он меня задавил. О, растоптал. Растоптали капанду, ужас. Так, дайте подвинуться. Ну-ка, двигайся. Двигайся, 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 двигайся. Вот сюда. Так, вид сверху. Оп, есть. Ха, я чувака в загон поставил. Ха-ха, прикольно. Ха-ха. Я его поймал. Ты тоже будешь за динозавра, а? Куда побежал? Ну-ка, иди быстро садись ко мне в клетку. Ну-ка, глянем, как его зовут. Зовут его Анкилозаурус. Анкилозаурус какой-то, что ли? Ну-ка, а, это такой чувак, у которого еще такая набалдажник здоровый, такая колотушка на хвосту. И он, когда сражается, он этим хвостом хлобысь-хлобысь нахлобучивает. Все, я вспомнил этого динозавра. И же мы их изучали, да, динозавров? Не жалко, что они все повымерли. Я бы на них покатался бы, поприкалывался, было бы весело. Он еще и шипастый. Ай-яй-яй-яй, ноги колет, ай-яй-яй-яй, спрыгнул лучше с него. О, блин, фига какой серьезный дядька. Можно его покормить? Надо цветочек сорвать, можно? И так ему туда, оп, в рот. И травки сорвать, оп, травки сорвать, и ему вот так, оп, в рот. Все, накормили динозавра, так, выпустите меня отсюда. У нас еще бабосики пришли, бабосики, 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 карапосики, раз. Денежка, два денежка, три денежка. И у меня 4000, да? Давайте глянем, что мы следующего там, на следующего. 40 тысяч на большого динозавра. А сколько тут всего? Мамочки, они тут уже, наверное, по миллионам будут стоить. Ладно, давайте накопим 40 тысяч на этого динозавра. Я сейчас, наверное, там мотану, перемотаю, когда я накоплю на него, чтобы было побыстрее. Так, друзья, ну что, я накопил маленько денег, перемотал, чтобы было веселее. Еще я залезу на клетку к этому птеродактилю, смотрите, я у него на шее сижу. Он меня, о-о-о-о-о-о-о-о-о, он полетел. Угу, видели, он меня в воздух поднял, я еще чуть-чуть бы на нем бы отсюда вылетел. Так, теперь надо посмотреть, как отсюда, о, тут можно еще и помыться, душик. Прикольный водопадик, у-у, красоты ули. Так, давайте отсюда выбираться. Я когда тут лазил, случайно как-то сюда залез. Теперь я не знаю, как отсюда выбраться. Ааа, как отсюда выбраться? Мамочки, выпустите меня, поймали панду. А, я знаю как. Так, 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 база, телепортироваться на базу, вот. Это типа ресет. Это типа ресет чаркера. Давайте соберем еще все наши бабосики. Есть 2800, 1500, 3000. 4000, 3000 и 1500. И вот это еще дикобраз тоже нам принес. 4000. О, у меня почти 90 тысяч. Круто. Во-во-во-во-во. Так может там и на двух динозавра хватит. Ставим за 40 тысяч. А, вот он какой. Вау, нифига он здоровый какой. Ну-ка, 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 ну-ка. Так, мне надо, наверное, карцик уже поставить поплотнее, нет? Давайте вот сюда его воткнем. Блин, какой он здоровый динозавр. Нифига себе. Как его зовут? Дружбан, как тебя зовут? Бричозавр какой-то. Брачозаурус. Брачозаурус. Здоровый, длинный, с еще и какой-то там вообще... Как жираф, короче.
Вау, 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 вау. Ну как, ну я хочу на него залезть. Я хочу на него залезть. Эть. По хвосту. Наверх. Мамочки, шейка кадвин. Да это жираф у нас какой-то. Вау. Здоровяк. Ой, какой я маленький по сравнению с ним. Ничего себе, он какой-то монстр. Это Годзилла у нас. Здоровый чувак. Блин, вот наш зоопарк. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. У нас уже 8 динозавров. Ой, нас там 2 братюни, деньги принесли. Ну-ка, давай сюда. Зарплата моя. Окей. Ну-ка, сколько стоит следующий динозавр? 70 тысяч. Это какая-то акула. Вау, это акула. Точно, мегалодон. Мегалодон, это же в этом он тоже был. Шарк атак. Блин, прикольно, тоже хочу на него накопить. Ну, наверное, это уже будет в следующей серии. В третьей серии я попробую накопить. Точнее, не попробую, я обязательно накоплю на этого мегалодона здорового, да? Да, ладно, на этом вторую серию наших динозавровных, динозавровских приключений мы заканчиваем. И с вами был Капанда, увидимся в следующих видосах. Пока-пока!